Всем привет! Вы на канале Коноблог, и это наш новый выпуск. Сегодня я еду в аквапарк Судак. Сегодня я вам покажу крутые горки, расскажу о них, а также сделаю небольшой обзор на этот аквапарк. И давайте я сначала расскажу о горках, которые присутствуют в аквапарке Судак. Первая горка, о которой я вам расскажу, это Colorado Drop. Это самая новая горка в Судакском аквапарке. Основание аттракцион берет на высоте 18,5 метров, где вам предстоит преодолеть путь в 170 метров на двойных кругах. Горка отлично подойдет как для взрослых, так и для детей, ведь она имеет секции с расширением водного потока и яркими красочными делениями. Если вы думаете, что это скучная и легкая горка, то вы ошибаетесь, потому что на выезде вас встретит резкий спуск, от которого многие испугаются. Но чтобы скатиться с этой горки, вам предстоит преодолеть две больших очереди. Первая – это идет за самими кругами, а вторая – чтобы скатиться. Но все-таки горка этого стоила. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это горка Multislide, самая компаньонская горка этого аквапарка. Она очень прикольная, быстрая, и на нее нет очереди. Высота ее 12 метров, длина спуска 35 метров. С нее я скатывался на перегонки со своими родителями и несколько раз даже их выиграл. Поэтому советую вам с нее прокатиться. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это горка Super Loop. Высота ее 23 метра. Это самая высокая горка на полуострове, потому что больше таких я не видел. Она сравнима с 7-8-этажным домом. То есть вы представляете, какая она высокая. Длина спуска трассы 170 метров. И вы можете разогнать скорость 75 км в час. Когда вы поднимаетесь на высоту 8-этажного дома, становится очень страшно. А нужно еще и скатиться. Для начала вы должны зайти в специальную кабину. Это небольшая капсула. Вы в нее заходите, и через несколько секунд под вами открывается пол. Несколько секунд вы находитесь в открытом падении. И это было реально очень страшно. Дальше вы просто скатываетесь на большой скорости с горки. Но вам попадает вода то в уши, то в глаза, то в нос. И поэтому там очень тяжело дышать. Поэтому сразу советую задержать дыхание. Мне было очень страшно с нее скатываться, но я все-таки себя пересилил. Поэтому я и вам советую скатиться с нее. Но главное аккуратно. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это горка Super Bowl, или как по-другому ее можно назвать, воронка. Высота ее 14 метров, длина спуска 80 метров. Любители острых ощущений влетают в воронку, где под действием мощных центробежных сил вращаются до тех пор, пока орбита не смещается к центру. Из центра посетители попадают в бассейн. Очень крутая горка, но вам придется стоять опять же две огромных очереди. Первая это за плюшкой, а вторая чтобы скатиться. Но все-таки я вам советую на нее сходить. Следующая горка, которую я вам расскажу, это горка бумеранга. Высота ее 14 метров, длина спуска 108 метров. Повороты с высоким бортом кружат посетителей в виражах, а затем обрушивают вниз, захватывающие дух высоты 14 метров. После этого под воздействием динамической нагрузки посетитель скользит по почти вертикальной стене и, замедлившись, вновь опускается вниз. После того, как, казалось бы, все уже позади, гость взлетает вверх на двухметровую горку и, ощутив невесомость, брызгами падает в бассейн. Опять же, очень крутая горка, но придется долго отстоять. Очередь за плюшками, а вторая очередь, чтобы скатиться с нее. Но я вам советую, были незабываемые эмоции. Следующая горка, которую я вам расскажу, это горка Камикадзе. Это та синяя горка, которая находится слева. Высота ее 14 метров, длина спуска 35 метров. Один из самых крутых аттракционов аквапарка в Судаке. Средняя скорость, которую вы можете развить, это 40 км в час. Я с нее часто катался, потому что на нее не было большой очереди, так как многие люди боялись с нее скатиться. А после того, как вы скатываетесь с этой горки на огромнейшей скорости, вы еще можете себе отбить спину, пролетев по воде, как блинчик. Но это очень прикольно и реально было круто. Поэтому я советую вам с нее тоже прокатиться, а также на нее нету очереди. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это горка Оранжевая река.
Высота ее 14 метров. Длина спуска 98 метров. Она одна из самых медленных горок аквапарка. И этим она мне не понравилась. К тому же на нее всегда большая очередь. Но все-таки вам стоит с нее прокатиться. Вдруг она вам понравится. Следующая горка, которую я вам расскажу, это горка «Женская страсть». Это та желтая горка, которая находится справа. Высота ее 8 метров, а длина спуска 45 метров. Самая ласковая горка в аквапарке. Она подойдет как детям, так и взрослым. Мне она понравилась своими резкими поворотами. И все-таки вам стоит с нее прокатиться. Следующая горка, которую я вам расскажу, это горка «Black Hole». Высота ее 12 метров, длина спуска 85 метров. Это крытая горка, и вы будете скатываться с нее в полной темноте, но при этом на медленной скорости. С нее скатываться нужно на специальных плюшках. Вам предстоит преодолеть огромную очередь, но все-таки вам понравится скатываться с этой горки. Она подойдет как для детей, так и для взрослых. Следующая горка, которую я вам расскажу, это горка «Синяя борода». Высота ее 10,5 метров, длина спуска 63 метра. Возможно, это самая детская горка в аквапарке «Судак», но все-таки она мне понравилась, и она также подойдет для взрослых, поэтому советую вам с нее прокатиться. Правда, там будет не очень быстрая скорость, поэтому для экстремалов подойдет совсем другие горки. И давайте перейдем в детский комплекс. Детский бассейн аквапарка в Судаке предназначен для купания детей в возрасте от 2 до 8 лет. В бассейне три уровня глубины – 35, 55 и 75 сантиметров. Бассейн оборудован фонтанами и водными завесами. Комплекс включает в себя три горки. Центральная горка «Ramp Slide» – стартовая платформа высотой 5 метров, ширина 4 метра и длина спуска 6 метров. Желтая горка – стартовая платформа 5 метров, ширина 80 сантиметров и длина спуска 8,5 метров. Зеленая горка – стартовая платформа 5 метров, ширина 80 сантиметров и длина спуска 8,5 метров. Также есть корабль – детский спортивно-оздоровительный комплекс с тремя спусками по 2 метра, канатными лазами и переходами. И на этом наш рассказ про горки подходит к концу. И мы переходим к большому бассейну аквапарка, в котором присутствует искусственная река, скорость движения воды в которой 5 км в час. Река огибает зеленый остров Айрари площадью 300 квадратных метров. Живописную территорию аквапарка с островом соединяют причудливые изогнутые мостики. А в бассейне присутствует несколько фонтанов и гидромассаж. Мне было очень приятно плавать в этом бассейне, и в принципе было красиво. А сейчас вы можете увидеть пару горок, с которых я как раз и скатывался. Судак подходит к концу. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пишите в комментариях, понравилось ли вам такое развлекательное видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!